Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на даче, и сегодня я буду говорить о своем огороде. Он находится за парадной зоной и занимает такую же часть сада, как и парадная зона. Основная часть огорода отдана грядкам, разных по длине, по форме, по высоте. Огород я постаралась сделать очень нарядным. И это как бы сейчас служит продолжением парадной зоны. Прямые линии грядок живописно нарушают плети кабачков и настурции, что делает его безумно живописным. Большую часть грядок у меня занимает чеснок, кабачки, мята, ну и, конечно, цветы. Отцвела стильба около моего патио, и на смену пастельным краскам пришли яркие краски летников, и я им отдала самую высокую квадратную грядку-клумбу, посреди которой установила опору из веток для вьющихся растений. Одну из грядок занимает зелень для стола, салат, укроп, лук, другую – земляника и клубника. Почти половину самой длинной грядки занимает мята. Летом я наслаждаюсь чаем с ароматной мятой, а к зиме я ее сушу. Сентиментальное летнее настроение сменяется в августе небольшой грустью. Август, скоро осень, начнутся дожди, и природа начнет увядать. И вот тут-то как раз, чтобы поднять настроение, нужны буйства красок, которые вносят в сад яркие цвета, поднимающие настроение. Красный, оранжевый, желтый, солнечные теплые тона. За яркие праздничные краски люблю настурцию, бархатцы, очень люблю декоративную капусту, георгины, астры, наполняющие сад каким-то радостным настроением. И унынию уже нет места. Вот решила посадить кукурузу, и вы видите уже даже какие-то намеки на початки. Ну, и люблю кабачки молодые, маленькие, потому что мне их много, я имею такую возможность. Но здесь вот
было некогда, и у меня вырос вот такой большой кабачок. Вот мой кабачок. Ну и буду готовить из него вкусное блюдо. Мне сегодня придут гости. А вот еще два кабачка. Не какие большие тоже. О, надо вот этот кабачок тоже срезать обязательно. Очень большой. Ох, как я пропустила. Ну, срежу еще и этот. Тут уже так. И пойду посмотрю, может быть, у меня что-то еще выросло, потому что, честно говоря, давно не была на грядках. Пойду посмотрю. Так, вот еще одна тыквочка. И вот там вот еще маленькая тыквочка. Ну, вот это я не буду, а вот это, наверное, обрежу. Вот мой сегодняшний улов. Еще если считать, что я одну цукини подарила. Ну вот мой улов. Ну, я думаю, ни картошку, ни морковку, ни свеклу выращивать не надо. Так как у нас рядом с товариществом расположены магазинчики. Недалеко Александров и Сергиев Посад. 20-30 минут на электричке. А раз в неделю приезжает микроавтобус с фруктами и овощами на территорию самого товарищества, буквально к моей калитке. А на станции у магазина на импровизированном рынках торгуют жители близлежащей деревеньки как молодыми овощами, так и молочными продуктами. Ну вот чеснок и кабачки я люблю выращивать сама. На заднем плане у меня молодая яблонька и кусты смородины. Но вы же помните, что мой сад минимальных затрат и физических, и материальных. И он создан как декорация к моим фотосессиям. Не исключением стал и огород. Ну вот, наступило время прощаться. Надеюсь, вам фильм понравился. И надеюсь, что он где-то вызвал и улыбку. А я желаю вам всего самого хорошего. Ведь лето продолжается. До встречи!